Друзья, мы вас всех приветствуем. С вами Квадротехника. И сегодня у нас очередной интересный проект для нашего постоянного клиента Максима, который привез нам в трейд-ин. Сдал машинку свою РЗР-ку 900, которая также обслуживалась и чинилась у нас ранее. И решил обновить на машинку, которая уже превосходит по всем параметрам его старенький РЗР. Это машинка Segway Fagoner. Ну что, несмотря на то, что Segway в базе уже имеет достаточно неплохую комплектацию, все равно дооснастили по требованию Максима, под его желание. Соответственно, самое основное, что сразу бросается в глаза, это у нас лобовое стекло от компании DFK. Очень удобное, прочное, максимально практичное. Данное стекло имеет механизм стеклоочистителя, что для данной техники, в принципе, необходимость, потому что иначе все стекло будет постоянно грязное, через него будет плохо видно, пыль, грязь и так далее. Здесь просто включаются клавиши, механизм, очищается стекло и спокойно, комфортно продолжаем дальше двигаться. Также сразу же заменили штатную резину, она неплохая для большинства пользователей, но так как Максим опытный райдер, так скажем, да, имеет опыт и понимание, как будет эксплуатировать технику данную, он сразу поставил резину Maxxis, это Liberty, такая универсальная, хорошая, мягкая резина от Zilla. Достаточно легкая, комфортная и в целом достаточно проходимая. То есть это такая золотая середина между грязевой какой-то и дорожной. Здесь у нас поставили сразу расширители, так как колеса чуть больше идут. Ну, чтобы не закидывать, штатных расширителей не хватает. Есть комплект заводских расширителей от Segway. То есть передняя часть арки закрывается. И также задняя идет с таким вот крылом, чтобы сильно не закидывала часть. И на заднюю ось поставили проставки 38 мм, чтобы чуть-чуть сделать шире его заднюю ось, добавить устойчивости. Для удобства пользования лебедкой сразу заменили штатный металлический трос на синтетический кевларовый толстый. Как раз под машинки идет. Поставили клюз металлический и демпфер для удобства. Также сразу заменили штатную пластиковую защиту, которая идет в комплекте. Она достаточно неплоха, так скажем, для начального уровня, да, но более прогрессивная, агрессивная езда уже, конечно, подразумевает собой защиту посерьезнее. Поставили алюминиевую 4-миллиметровую защиту, центральная лыжа, закрывая также пороги машинки и рычаги по всему периметру, также устраняет подвисание, как на штатной защите. Ну и то, без чего нельзя обойтись в темное время суток. Штатного света, конечно, не хватает, несмотря на то, что он достаточно неплох. Мы обязательно устанавливаем доп. Свет, это безопасность, это комфорт, темное время суток. Поставили балку Аврора, очень крутая балка, очень крутой свет дает, большой засвет, пучок. То есть и вдаль пробивает, и дает ближний свет засвета. Также у нее есть RGB подсветка, то есть можно поставить любой цвет, там порядка 8 цветов. Ну, у нас здесь к машинке больше подходит зеленый, а так, конечно, можно выставить по вкусу. Но и так как наша машинка оснащена кузовком самосвальным, с откидывающимся бортом для удобства погрузки, разгрузки какого-то груза. Также оснастили, поставили светодиодные фары Аврора с большим рассеивающимся светом, чтобы было в темное время суток удобно либо здесь работать, либо также при движении задним ходом, чтобы было комфортно освещено. И этого света более чем достаточно, и максимально комфортно будет либо просто подсветить заднюю часть машинки, либо двигаться задним ходом. Привести в самосвальное движение машинки очень легко, то есть здесь есть специальный рычаг, при поднятии которого на пневмостойках он откидывается. И также спокойно защелкивается обратно. В кузов мы установили кофр от Tesseract, который большообъемный, 155 литров вместительность этого кофра. Это прям, поверьте, много. Мы сами возили и лопату, и инструменты, просто всю одежду со всей компании. Поэтому он действительно большообъемный, имеет два удобных вот таких же погрузочных окна с меньшей секцией и с большей секцией. То есть очень удобно, если что-то малогабаритное, можно здесь. Если что-то крупногабаритное, можно с той стороны его будет загрузить.
На данной модели кофра есть специальные проушины под замок, то есть можно будет закрыть вещи и не бояться, что их там где-то возле магазина, либо где-то на покатушке, где остановились, пошли за грибами, да, что что-то могут у вас из кофра украсть. В салоне у нас установлена акустическая система Кемимото с RGB подсветкой, которую можно отключить по желанию. Очень качественная, хорошая акустическая система. Играет не хуже, так скажем, тех именитых Boss Audio и прочий акустик. Действительно очень хорошая, за вменяемый прайс. Сейчас с акустическими системами достаточно сложно. Их мало возят сюда, и которые возят, они достаточно дорогие. Поэтому, кто ищет себе хорошую, качественную акустическую систему за вменяемый прайс, они у нас есть по наличию всегда в разных исполнениях. Большие, поменьше есть круглые трубы, поэтому обращайтесь. Также можно будет приобрести, либо сразу же установить у нас в нашем сервисном центре. Преимущество данной акустической системы, что она полностью коннектится по Bluetooth к головному устройству Фугельмана. И мы спокойно можем через сенсорный дисплей управлять. То есть нет необходимости никакой подключения сюда с телефона. Вы спокойно можете с флешки, либо радио слушать. Спокойно подключаетесь и комфортно слушаете музыку. Под левой рукой у нас достаточно удобно расположился герметичный чехол под телефон, который имеет беспроводную зарядку. То есть не надо переживать, какие-то шнуры использовать, все максимально комфортно, удобно. Сенсор работает, телефон постоянно доставать не надо. Очень удобно, не мешает ни обзору, всегда под рукой, то есть не мешает даже закрытой дверью пользоваться. В целом очень даже удобно. Все доп. Оборудование у нас интегрировано в штатные клавиши. Разъемы, то есть никакого колхоза, здесь у нас все аккуратненько врезано. Несмотря на то, что есть очень удобные боковые зеркала, базовая комплектация, здесь установлено центральное большое хорошее зеркало, которое обзорное и сразу дает картину, что происходит в задней части машинки от Кемимото. Они также у нас по наличию, кому надо, приобретайте, потому что боковые, несмотря на то, что хорошие, качественные, но максимально удобные, конечно, центральное зеркало. Вот такой вот у нас крутой получился Фугельман. Это уже не первый наш Фугельман, который мы подготавливаем, который делаем. Уже знаем тонкости, поэтому, друзья, если вам нужен крутой, функциональный, максимально яркий проект, обращайтесь, мы обязательно сделаем индивидуальное решение для ваших задач. Ну а что, мы поздравляем Максима с приобретением крутой, классной машинки взамен его РЗР-ки. В принципе, все доп. Оборудования согласования происходили у нас дистанционно. То есть мы фактически там на WhatsApp, на фотографиях, на общении с ним согласовали. И в целом, ну, по его, так скажем, реакции, это видно, что мы сделали все правильно, все как он хотел. Так что мы его поздравляем с приобретением, друзья. Ну а с вами мы обязательно еще увидимся. У нас еще куча интересных и ярких проектов впереди. Подписывайтесь и следите за нами.